Безусловно, роль учителя в жизни каждого человека трудно переоценить. В этот праздник наша съемочная группа решила выяснить у жителей города, какую роль сыграли в их жизни педагоги, какими качествами характера должны обладать современные преподаватели и как нужно создавать условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно в своей родной школе. И вот что нам ответили респонденты. Мне кажется, эта профессия сейчас очень важна и актуальна. Во-первых, у нас стало больше возможностей у учителей работать и дистанционно, потому что в наше время это очень актуально. И, в принципе, наверное, учителя – это такие люди, которые дают путь в будущее наше. Учитель должен следовать каким-то современным стандартам и не оставаться на одном месте из старых каких-то своих уроков жизни. Да и в целом, я думаю, что учитель всегда должен быть строгим, но честным максимально. Ну, для того, чтобы учителей был стимул, опять же, работать именно как надо, преподавать материал, то, конечно же, лучше это, опять же, финансово мотивировать. Я понимаю, что у кого-то призвание, но никто не хочет работать за спасибо, всем нужны зарплаты и деньги, тем более в наше время. Современный учитель должен обладать какими-то коммуникативными навыками, все-таки новое поколение. Находить общий язык по отдельности с каждым учеником. Вспоминая своего классного учителя, точнее не классного, а первого школьного учителя, он был добрый. И, скорее всего, это сыграло важную роль, у меня было желание учиться. Я закончила школу, учусь в медицинском, и учителя для меня все. Без них я не я. Я прежде всего хочу пожелать им счастья, домашнего уюта, чтобы ученики всегда их радовали. Наш телеканал присоединяется к пожеланиям тверичан. Дорогие учителя, своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших детях.